Всем привет! С вами, как обычно, я Никита, и у нас уже на дворе лето. С экзаменами я уже потихонечку разобрался, но снимать путешествия я, к сожалению, не могу. Во-первых, закрыты границы, ну а во-вторых, сейчас уже особо-то и не поснимаешь. Именно поэтому сегодня влог, и мы едем на речку. Погнали! Ярик, как тебе мой лук? Отлично. А по 10-бальной шкале? 10-очка. Отлично. Я ничего. Я просто купалась, водичка теплая. Тут хороший коллектив, нормальный кентей. Все, пора уезжать за почту. Никита одевается. Файный хлопчик, да? Ну что ж, друзья, вот такой вот у нас получился небольшой влог из Слободы. С речечки мы сегодня покупались. С вас лайк, комментарий, подписочка. Всем пока, до скорых встреч.